Власти Боливии объявили чрезвычайное положение. Ливни в этой стране не прекращаются уже несколько месяцев. Жертвами стихии стали десятки человек. Города регулярно накрывают оползни и наводнения. Тысячи людей остались без крыш над головой. Чрезвычайное положение для жителей пострадавших территорий станет спасением. Это позволит правительству использовать средства из государственных фондов. Прогнозы синоптиков на ближайшее время неутешительны.